хотел также показать. Старый ремешок. Он еще тойотовский родной стоял. Ставлю ремешок. Вот как видно, ремень встал по меткам. Я имею в виду по тем меткам, которые я нарисовал. Внизу зуб, здесь зуб, здесь зуб. И теперь сдавливаю натяжитель. Вот такой штифт у меня есть от ниссановского натяжителя. Совмещаю отверстие. Ну и потихонечку, не спеша, вдавливаем его. Совместили. Все, зафиксировали. Обратно иду, сожму и установлю вот этот уплотнитель сюда. Установил уплотнитель, он же пыльник. Теперь завожу натяжитель на место. И наживляю. Один болт и второй болт. Все, натяжитель я прикрутил, два болта. А теперь можно выдергивать вот этот фиксатор. Все, фиксатор вытянул. Теперь у нас он автоматически натягивает его. Ну, еще раз перепроверяю. Здесь у меня по моей метке стоит, здесь у меня по моей метке стоит, и здесь у меня по моей метке стоит. Также вот эти метки совпадают. Сейчас проверну до родных меток, посмотрю, что у меня будет снизу коленвал показывать. А вот теперь смотрим. Зуб у нас идет на отлив. Зуб у нас идет на отлив. И на коленвале. Здесь
на маслонасосе у нас точка, а на шестерне у нас проточка. Сейчас она стоит как раз ровно на точке. Сбивать я больше не буду. Оставляю по этим меткам. Когда установлю крышки, поставлю шкив коленвала и быстрее всего на нем совпадет вторая метка, да. Вот одна метка, по которой я выставил, а вот вторая метка. И она, возможно, подойдет, а возможно, нет. Ну все, собираю назад. Ставлю шайбу. Ставлю нижнюю крышку. Прикручиваю на место кронштейн. Ставлю натяжитель на место. Ставим среднюю крышку. А теперь ставлю верхнюю крышку. Чтобы верхнюю крышку одеть, надо снять горловину. Когда я ее снимал, я ее стянул с крышки. Сейчас почищу ее вокруг от грязи. Вставляю ее в крышку. Здесь направляющие. И уже с ней одеваем. Все, одеваем шкив на помпу и крыльчатку. Но перед этим одену шкив коленвала. Совершенно верно, вторая метка совпала с нулевой. Thank you.
Затяну уже снизу. Также через окно подержу маховик. А теперь можно накинуть приводной ремень. Ремень Mitsubishi 6ПК 1940. Вот здесь под капотом есть табличка со схемой ремня. Вот по этой табличке его устанавливаем. Натягиваем натяжитель. Все, ремень установлен. Ну а теперь дотягиваем болты на крыльчатке вентилятора. Не болты, а гаечки. Ремень стоит, в принципе, по двигателю все собрано, можно заводить. Сейчас пойду промою радиатор. Ну что, моем, взял керхер.
Ну и все. Идем устанавливаем. Ставлю на место радиатор. Внизу подушки поставил. Свои пазы. Прикручиваю подушки. Хомут и посмотрел, до радиатора не достает. Опускаю диффузор. Нанопротеком
брызну разъем на вентилятор. Делаю расширительного бачка патрубок. Одеваю верхний патрубок. И одеваю с этой стороны разъем. Так, ну и ставлю воздухозаборник. А теперь поднимаю, собираю снизу. Одеваю, пока шланги сняты. Ну и заключительный штрих. Ну, все поставил. Теперь затягиваем шкив. Mm-hmm.
поторопился поставить нижнюю часть вот этого диффузора. Без нее удобнее шкив затягивать. Так, ну и одеваю в любом случае головку. Снял я нижнюю часть диффузора, мешает она при затяжке. Все, хватит. Все? Ставлю на место. Ну и все. Опускаем, заливаем антифриз и запускаем. Заливаю антифриз. Залил антифриз. Сейчас заведу. И посмотрим, как у нас она работает. Проверю уровень масла коробки. На холодную максимум. Поэтому пока добавлять ничего в коробку не буду. Двигатель, когда разогреется, уже проверим на быстрый уровень. Ну и все. На этом замену ремня ГРМ и ролика я закончил. А также попутно помыл радиатор. Всего вам доброго.